Добрый день, с праздником вас. Thank you.
Yeah.
небесе, всегда ныне присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помолимся.
Thank you.
Thank you.
апостола Павла чтение. Братья, плод духовный есть, люби, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых не закона, а ежи Христовы суть. Плоть расскажа со страстми похотьми, аще живем духом, духом да и ходим, не бываем тщеславни, друг друга раздражающе, на земле будет семя его. Ему, яко сила от него исхождаши и исцеляши все. И той возведучи свои на ученики своя глаголоше, блажени нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие. Блажени алчущие ныне, яко насытитесь. Блажени плачущие ныне, яко восмеетесь. Блажени будете, егда возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, Сына Человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте, себо мзда ваша много на небеси.
моей молитесь, а услыши и помилуй. Вообще молится о преосвященнейшем епископе Елисеи.
Пресвятую Песнь припевающей, вся твоя ныне житейская тоже в течение. Некогда царя всех поднимал ангельским именем Марина Синочинами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи,
Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический, монашеский, иноческий чин, весь причет церковный, настоятели, братья и прихожан святого храма сего, строители святого храма сего, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Сердца, и во мне, во мне.
Примите от меня все, сия есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая в оставление греху. О всех и за все. Слово Твое я истины. Духовного, Господь, Божественный благодать, и
даже Святого Духа помолимся. Поизбавитесь нам от всяких скорбь и гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоим благодатью. Свято, мирно и безгрешно Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Добрый и полезный к душам нашим, мира, милости, у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяния скончать его, Господа, просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненный и постыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа и спросите, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука. Пречистое тело Твое. Я сияю самая честная кровь Твоя. Молюсь об Тебе, помилуй меня. Прости мне прегрешения мои вольные и невольные. Я же словом, я же делом. Я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно. Причаститеся причистых Твоих таинств. Во оставление грехов. И в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоя тайная днесь.
вечери Твоей праведной дни. Сыне Божий, причастниками оприми. Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайну повем. Небо врагом Твоим тайну повем. Не лобзанье Ти дам, яко Иуда. Не лобзанье Ти дам, яко Иуда. Яко разбойник исповедую Тя. Но яко разбойник исповедую Тя. Помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или во осуждение. Да не в суд или во осуждение. Будет мне причащение. Будет мне причащение. Святых Твоих таин в Господе. Святых Твоих таин в Господе. Новое исцеление души и тела. Аминь. Новое исцеление души и тела. Аминь. Причащаться можно только после исповеди натощак, предварительно прочитав каноны молитвы ко святому причащению. Кто так подготовился, приступайте ко святому причащению. Прикоснусь устом вашим, отымет беззаконие ваше и грехи ваши очистит. Аллилуйя. Благослови достояние Твое, Христос.
Господна. Всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Благословляя и благословящая Тебя, Господи, освященное тело уповающее, спаси люди Твои и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей я сохрани, посвяти любящий благолепие дому Твоего, и тех во прославе божественной Твоей силою, и не оставя нас уповающих на Тебя, мир мирами Твоему даруй, церковь Твоим священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всяко совершать свыше. Молимся. Велице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о Господине преосвященнейшем епископе Елисее, и все во Христе, братья наши. Еще молимся за всю братью и вся православные христианы. Услышанный Боже, Спасителю наш упование всех концев земли и сущих в море далече, и милостив, милостив буди Владыка огре всех наших и помилуй нас. Милостив Боже, человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. О преподобному мартирию, Зеленевскому чудотворцу, с умилением сердец помолимся. Пастырю добрый, наставниче наш, преподобнее отче мартирии, услыши, еже к Тебе ныне приносимое моление наше, вемы бо, яко духом с нами пребываешь, ты убо преподобнее, яко имея дерзновение ко владыце Иисусу Христу, Богу нашему, и к причисти Богоматери, буди ходатай и молитвенник теплый, о нас здесь предстоящих и молящихся, юже, и у нас недостойных рабов Твоих живущих зде. Якогда Твоим предстательством и молитвами невредимы прибудем, от бесов же и злых человек ненаветны, от всех бед и напасти свободне сохранимся, всем же отсюду приходящих в храм сей, молящихся Тебе с верой и поклоняющихся
Пресвятой иконы Твоей, еже избавитеся от всякие скорби, болезни, напасти, милость мне поспеши. Даровати же православный мир, тишину, благоденствие, изобилие плодов земных, и от всех нас теплый предстатель ко Господу и помощник душам нашим буди. Еже отпуститеся нам согрешением нашим и молитвами Твоими, святи, избавитесь нам вечного мучения, исподобитесь царствия со всеми святыми, да славу, благодарение, поклонение воссылаем единому Богу в Троице и слабимому Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Благодати человеколюбием всегда ныне и присно и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, святых славных и всех вальных апостолов, и живо святых отца нашего, Иоанна, архиепископа Константинопольского, града Златоустого, святого праведного отца нашего, Иоанна, пресвитера Кронштадтского и вся Россия чудотворца, преподобного и богоносного отца нашего, мартирия Зеленецкого, святого великомученика Мины, святого мученика Виктора, святой мученицы Стефаниды, святого мученика Викентия, преподобного Феодора, студида исповедника, блаженного Максима Христа ради юродивого московского чудотворца, святого мученика Стефана Гречанского, святого священномученика Евгения Пресвитера, святого священномученика Николая, иже верхнем гнутове, иже памяти не совершаем, святых и праведных Богу, Отец Иоаким и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ, и человека любит.
Богу хранимей стране нашей российской, народу, властям и воинству ее, и всем здесь предстоящим и молящимся Тебе, и сохрани их на многое. Там уже улица начинается. Улица. Сам-то улица.